Дженнифер была права. Цири действительно появлялась на Скеллиге. Она прибыла туда из другого мира в компании таинственного чародея. Девушка и чародей сражались с дикой охотой, а затем бежали через порталы, ведущие в Велен. Здесь обрывался один след и начинался другой. Гораздо позже дикая охота появилась на острове Хиндарсфьяль. Это могло означать, что Цири вернулась на Скеллиге. Я научил тебя всему, что умею. Чего еще ты хочешь? У тебя есть что-нибудь на продажу? Есть, но я беру дорого. Ты часом не играешь в гвинт? Если ты спрашиваешь, не хочу ли я сыграть с тобой, ответ простой — нет. Боишься проиграть? Понимаю. Отлично, доставай колоду. Если я проиграю, получишь лучшую мою карту. Thank you.
Ты победил. Пожалуй, ты готов бросить вызов Лугасу Безумному. Мне прямо интересно, согласится ли он сыграть с тобой на своего катакана. Ты Рюрик? Я слышал, ты был в лодке, на которую напали утопцы. Да. Вместе с Ульфом.
моим двоюродным братом. Мы собирали ловушки для крабов около скал Кьерок. Ульф потянул за веревку. Тяжело ему было, я уже решил, что там полная клетка, что хороший улов. Тогда что-то рвануло веревку снизу. Всего миг, и Ульф был уже под водой. Я звал его. Раз, другой, третий. Вдруг вода стала красной от крови и разнесся ужасный запах. Вроде гнилья, только хуже. Тогда утопцы перевернули лодку. Я и сам не знаю, как доплыл до берега. Должно быть, Фрейя меня хранила. Или чудовища уже наелись. Спасибо за рассказ. Что, тоже лодка протекает? Ты Туве? Мне сказали, что твоего мужа убили утопцы. Сперва море забрало у меня сына. Теперь мужа. Осталась я одна. Вилли, наш сын, не вернулся слова. Муж каждый вечер ходил на скалы Кьерок высматривать его лодку. Я говорила, что ему этим жизни не вернешь. И сам, говорю, сгинешь. Слышал ведь, что там утопцы живут. Только не сиделось ему. Брал он свой старый плащ и шел. Когда он однажды ночью не вернулся, я позвала брата. Мы взяли факелы и отправились его искать. Мюрдьяблин, утопцы так его изранили, что я только по этому плащу его и узнала. Я знаю, что это небольшое утешение, но обещаю, что ваша беда с утопцами скоро закончится. Будь здорова. Следи за собой, белоголовый. Бессонная ночка, а? Лучшее оружие ни к чему. Святая Мать. Ты
Я хотел поговорить. Ты, случайно, не играешь в гвинт? Ха! Мышавур научил меня правилам и дал мне колоду. Хочешь сыграть? Давай, по-быстрому. Ты мастер. Знаешь что, у меня тут есть такая редкая карта. Возьми ее, она тебе больше пригодится. Спасибо. Пожалуй, тебе будет интересно сразиться с одним человеком в Каэртрольне. Он обычный портной, но противник достойный. Его зовут Сьюста.
новые неприятности. Пусть твой топор никогда не затупится. Мы служим. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Еще что? Гравировка. Прошу поверить. Украшение. Расправишь клинок. Значит, вернулся. Я был прав, а? Будь здоров. Следи за собой, белоголовый. Значит, вернулся. Будь. Что, опять мечи ковать? Сейчас усну. Пусть твой топор никогда не затупится. Вернул? Будь здоров. Привет, Сьюстер. Ты случайно не играешь в гвинт? О, это моя великая страсть. Хочешь сыграть? Еще бы.
Поздравляю с выигрышем. Выходить за мужчину с материка. Ты смотришь за моим мечом. Свои вопросы решаем сами. Очередная жертва. Этот смрад. Точно утопцы. Где-то рядом их логово. Thank you.
Крабы. Должно быть, об этом месте говорил Рюрик. Этот смрад. Точно утопцы. Где-то рядом их логово. Ил, падаль. Таз. Следы когтей. Длинных и широких. Утопца. Синяки на шее, раздавленная гортань задушили. Почти не тронуты, припрятаны на потом. Утопцы так не делают. Раздавленная гортань задушили. Обломки лодки, порванные паруса, канаты. Можно сказать, морская декорация. Этот смрад, следы на телах. Это должно быть логово водной бабы. У них тонкий нюх, она не вернется, пока я здесь. Хотя, если она терпит утопцев... Может, достаточно будет сделать вытяжку из их желез, чтобы замаскировать мой запах?
Должно хватить. Остается где-нибудь спрятаться и подождать за теми шлюпками. Нет плохих дураков. Работа сделана, а вот доказательства. А на что мне голова дьявол? Это что за дьявол? Водная баба, старая хитрая особь. Это она источник всех ваших бед. Я много мерзости в сетях находил. Муренами ноги, скаты. Но вот такого не видал. Возьми свою награду. Ты заслужил. Мне причитается больше. Водная баба гораздо опаснее утопцев. Да я и не возражаю. Только мой кошель не бездонный. Море тоже. К
Кто знает, что еще из него выползет. Может, тебе снова понадобятся мои услуги. Я не подставляю шею за тех, кто жалеет награды. Значит, вымогаешь взятку. На, возьми все, что у меня есть. Подавись. Мечи за спиной. Это его новая пленка. Я в Лафоте. Она из Нильфгарда. Турганов там больше, чем людей. И ты согласилась, чтобы он с ней лошадь? На нас же тоже могли напасть. Мы бы отбились. Все знают, что на Ларвике самые лучшие войны. Говорит, что как нас смотрится, так успокаивается. Сынок, если б сюда пришел Нагрифар, ты б уж лежал под землей. Здравствуй. Чего ты ищешь, пришелец? Бродяга! Ты ведьма, верно? День добрый! Отличная таверна! Какая-то таверна! Это дом воинов! И что делают в доме воинов? Дерутся? Бывает, и морду кому начистят, это да. Но обычно приходят выпить, поесть, погреться у огня, поговорить, послушать скальдов. Чем не таверна? Эх, вам с большой земли не понять. Ты выпей нашего меда. Может, поумнеешь? Покажи, что у тебя есть на продажу. Как насчет партии в Гвинт?
конечно, не слабак. Только бьюсь об заклад, что с великаном не справится. Плохие нынче времена. В такие дни добрая броня прежде всего. Не хочешь сыграть партию в гвинт? Народа. Да пошел ты!